Всем привет! С вами Лина. Ты здесь на те звуки, вот эти. Мало кому слышно, но сегодня будет обзор моих шлейф. Вот. Так что привезли. Давайте уже начнем. Это набор. Ладно, давайте начнем. Первое. Вот первое. Это вот такую толстенку. Первое. Это вот такой вот жеребенок. Это вот такой жеребенок. Девочка. Шлейх. Тут год не написано, не знаю. Просто не знаю, какой вот год, просто я не знаю, где читать. Вот ребенка. У меня ее зовут Печенька. Я ее зовут Печенька. Вот. Дальше. Такая вот тетя. Ее зовут Лейла. Шлейх тоже. Надеюсь, я уже знаю, что это шлейх. Ладно. Вот. Ты не рассмотрел. Так, что я положу, чтобы не упала. Ты опять упала. Положу. Так уж будет. Так, дальше. Ну, дубль два. Вот. Это прыщенок. Почему это упало? Вот, это было поросенок. Такой милок. Поросенок. Слейх. Тут ничего не видно, ладно. Ну вот, я тоже не знаю какого-то года. Ладно. Слейх. Поросенок. Это девочка у меня. Может, это мальчик, не знаю. Ну, мне похоже, что это девочка. Ладно. Ее зовут у меня. У меня ее зовут Фиалка. Вон. Положим ее. Дальше последняя красавица. Ты же в кадре не увидит. Вот. Вот. Грозная такая. Ну, я не знаю, грозная. Ее зовут Гроза. Вот. Она мамы печеньки. И что, если, ну, помню, я ей говорила или нет, ну, короче, ее зовут печенька. Что? Вот. Гроза. Такая мама. Мама печеньки. Точно не знаю, какого года. Тоже шли. Такая вот. Красивая мама. Девочка. Тоже не знаю, какого года описано. Может, не написано, не знаю. Вот. Ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами была Алина Фокс. Фокс. Всем пока-пока.
Mm-hmm.